Здравствуйте, меня зовут Ирина Соколова, я астролог, и для Beauty 3D я представляю еженедельный гороскоп здоровья и красоты. Солнце на небе перешло в знак близнецов. Знак легкий, подвижный и очень умный. Иногда, правда, слишком поверхностный и неглубокий. Так вот, на этой неделе легким быть можно и даже нужно, а вот поверхностным нет. Особенно это касается личных отношений, но и во всех остальных вопросах. Поступки должны просчитываться, а слова сначала обдумываться и только потом произноситься. Сегодня и завтра берегите голову и органы, связанные с ней. Лицо, глаза. Сейчас не нужно делать пилинг, глубокое очищение кожи, не нужно загорать. Хорошо просто погулять, подышать свежим воздухом, сделать легкий массаж тела и какую-нибудь там питательную масочку для лица. 25 мая будет новолуние, поэтому 24, 25 и 26 мая лучше сидеть дома, тихо и никого не трогать. В эти дни у людей с авантюрными и криминальными склонностями может случиться обострение, поэтому, ну, как минимум, берегите свой кошелек и не вступайте в конфликты, и не слишком доверяйте людям. Ну, например, если вам предстоят важные переговоры или разговор с начальством, планируйте его на четверг. В этот день у вас будет обостренная интуиция, и если вы верите в себя, у вас все сложится удачно. Начиная с пятницы, можно идти в парикмахерскую, особенно если вы хотите стать блондинкой. Все прочие манипуляции с волосами тоже будут на пользу. Омолаживающие процедуры на лице и теле дадут отличный результат, впрочем, как и домашняя гимнастика для лица. Хорошо посетить спа, сауну, сделать чистку организма. Сейчас наиболее уязвимы желудок, кишечник, печень и желчный пузырь, поэтому соблюдение диеты или даже кратковременное голодание пойдут вам только на пользу. На сегодня все. Увидимся через неделю.